21 марта, улица Партизанская. Потеплело, дети вон футбол играют, весело, здорово, просторы такие. Классно, и курочки ходят, и пацаны играют в футбол. А мы вышли на прогулку с Лизой и с нашими собачками. Щенков всех забрали, в хорошие руки ушли к добрым людям. И теперь мы пошли гулять. Как тебе, Лизочка? Тепло. Тепло, хорошо. Пойдем в ту сторону. Улица Партизанская. Какой интересный домик. С колодцем, да. Какой интересный дом. Но это бассейн, а там колодец, наверное. Интересно, видно, живет здесь кто-то или нет, не знаю. Он такой. Ой, расцветет скоро вишня. Ну, вон, видишь, так интересно. Петя, о, какие красивые куры. А он какой, Петя, петушок, хозяин. Хорошие курочки и курам здесь, конечно, воля. О, какие. А вот еще один хозяин. И вот еще один, смотри. Петя, петушок. Что вы говорите? А ну повторите на бис. Ой, какой красивый дом. Прям смотрите, тут такой сад чудесный. Нам разрешили зайти, поснимать. Ой, боже, какая у них красота. Какая красота. А тут лялька там. Ой, а тут прям работают. И тут вообще цветов в море будет. Тюльпаны и розы, смотрю. Ой, какой паровозик. Боже мой, как здорово. Ух ты. Ух ты, какой паровоз. Надо ж с цветами. А тут тачечка такая, тележка, здорово. А там тоже лошадка везут. Боже, да чё ж красиво. Ух ты, смотрите, как, это ж надо так придумать. Лошадка, ну супер, вот талантище. Там мельница, а там горка, можно, да, смотреть? Можно. А тут вот лягушка такая, которая деньги приносит, копилочка. А он какой, ух ты, смотрите, какой классный. Мишка, ежик, там даже. Ух, здорово, инструменты сразу лежат, что надо делать. А какая горка красивая. Ой, что тут только не растет. И это все-таки еще ранняя весна. Какая ж тут будет красотища. Вот молодцы, а это домик. Так, а что там в домике? Ух ты! А там даже дверца открывается? Нет, декоратив. Здорово. Смотрите, и метла даже есть. Ух ты, супер. А кто это делал все? Зять молодец. Вот молодец, вот фантазия. Вот смотрите, из камушков как все выложено красиво. И заборчик. Ой, и здесь. Еще лучше? Где? Так, нам что-то обещают, какую-то красоту показать. О, Бог! Это ваше творение? Не надо. Боже мой, как красиво! Смотрите, смотрите. Это Угин сам делает. Какой молодец! Какой молодец! Как его зовут? Витя. Виктор, смотрите, умелец какой! Какая красота! Вот молодец. Ой. Но он где-то реализовывает, продает свои. Ну, да. Так что, ребята, кому надо, заказывайте. Смотрите. Это какой... самый. Вот это и стулья я делала. А, ой, какой лавочка, какая красивая, лавочка. Стульчики. Ну, это, да, так что, ну, а молодец. Он и домик сделал. Где? Так, сейчас идем смотрим домик. Ух ты! Вот это да! Вот это да! Тоже Тобик, как наш? Смотрите! Ой, и туалет какой красивый!
О, вот это да! Смотрите, вот это да, Эмилия! Ух ты! Вот это домик! Как классно ребенку! Ой, сам бы жил! Да, как красиво все выточено и покрашено, и окошко, и дверца. А, заглянем в домик. Ух ты! А там детские игрушки. Вот ребенку здорово. И свет даже там есть. И занавесочки, и кроватка. Ну, это сейчас же. И столик. Но сейчас холодно, понятно. Все равно. Как ребенку здорово. Настоящие двери с окошками. Боже, как повезло. Вот это Виктор, вот это умелец. Смотрите, какая красота. Руки золотые. Ой, и тут вообще все так здорово. Ух ты, какой здесь домик. Это для... Не домик, это у нас газовый баллон. Нет, ну вы представляете, такой домик для газового баллона. Это же шедевр. Я тоже такой хочу. Так, я сыну закажу, скажу, почему. Я тоже такой хочу. Класс. А вот какие для этой, для обуви. А, здорово. И колодец у них здесь классный. Ой, боже, ну какие молодцы. О, лебедь тут. А тут калиточка и с этой стороны. А впереди, смотрите, какая красота. Вот люди живут на самой окраине. А какая ж тут красота. Спасибо за это, что мы так удачно. Мы сами, как выйдешь, красиво. Красиво, да. Просто, просто восторг вызывает. Спасибо большое. Это прям... Еще думала, брать камеру или не брать. Хорошо, что взяла.